Место спорта и здорового образа жизни – это Бендерский бассейн «Дельфин». Для начала можно пуститься в заплыв. Но пенсионерка, 68 лет, первый раз в бассейне, не умею плавать. Вот натянули на меня, чтобы я не утонула. Мне очень нравится, очень, очень красиво. Я рядышком живу, я даже не... Меня соседка звала несколько раз, но я что-то так отлаживала, ходила в водолечебницу, но сегодня я решилась, и не зря. Здесь очень хорошие тренера, очень хорошая вода. Ну, как бы говорят, что она теплая, но на самом деле она немножко холодная, но когда разминаешься, уже достаточно хорошая. Раздевалки, душевые – все отремонтировали полтора года назад. Помог фонд капвложений. Сейчас тут всегда посетители. Бассейн очень нравится. После ремонта это просто комфортно. И все условия созданы для занятия и взрослым, и детям, и пенсионерам. То есть дети очень рады. Сейчас каникулы, очень большой наплыв. Вот. Группы у нас переполнены. То есть жаловаться не на что. Калории здесь можно потратить и без погружения в воду. В комплексе доступен спортзал. Можно играть в волейбол и баскетбол. Как только открылся бассейн, интерес у населения возник для того, чтобы заниматься здесь волейболом, баскетболом. Разработан был тарифный план 18 рублей 1 человек в час. То есть, пожалуйста, в свободном доступе зал, можно приходить, брать в аренду, заниматься. Волейбол, баскетбол, плавание. Спортивная жизнь бассейна шире, чем кажется. На все демократичные цены, на абонементы скидки. Спорткомплекс работает ежедневно с 9 до 21.00, кроме понедельника.